Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут покупочки, подарочки и бьюти-боксик небольшой, который пришел мне. В общем, сейчас все постараюсь показать в одном видео, постараюсь кратенько. Значит, давайте начнем с того, что мне подарили, подарочки подарили мне моя любимая Любочка. Привезла мне из Израиля, как всегда, она куда-то когда ездит, всегда мне что-нибудь привозит, это прекрасно вообще. Привезла мне вот такие вот оливки. Вы знаете, я на самом деле оливки не очень люблю, но когда они вот не просто здесь где-то купленные, да, там на рынке или еще что-то, или когда тебе подают блюда с какими-то оливками, хрен знает с какими, да, как бы в них ничего такого нет, не то чтобы я их там не люблю, да, они, ну, что-то не из любимых моих, короче, блюд, да, но если что-то настоящее, то, например, кофе, я тоже кофе не особо сильно любила, я к нему уже привыкла, я пью только латте с молоком, но когда я поехала на Кипр и меня угостили супер-мега их кофе, вот в такой маленькой, супер-крепко заваренный, как я его пила, вы не представляете, для меня это был как горячий шоколад, я вообще не чувствовала горечи, он был офигенский, я нигде такого кофе не пробовала, как вот на Кипре, там в горах какой-то был ресторан, очень было круто, и вот эти оливки я с удовольствием именно оттуда, да, я их открою, попробую, даже не знаю, может сейчас попробовать, ко мне Ленусик должна в гости прийти. Может быть, венцо откроем. Я хочу посмотреть, как они там. Я не взяла с собой ничего. Потом их не откроем. Ладно, во влоге откроем, покажу, когда вино будет. Короче, вот такие. Все здесь на нерусском языке. Хотя вот английский сзади. Сыночка, давай маму не отвлекай. Мама заснимет все, ладно? Играйся давай с игрушками своими. Дальше, это, естественно, все мертвое море. Значит, минеральная, это соль для ванны. Вот такая вот соль огромная. Соль для ванны, соль из мертвого моря. В общем, не буду читать, что здесь, как ее использовать, все знают. В общем, буду я теперь в ванне валяться, время бы только на это найти. Еще вот в таком вот пакете пришло здесь вот что-то масляное, немножко в масле все, и крем. В общем, давайте посмотрим. Масло для тела. Оно вот такое вот. Ой, какой невероятный запах. Прям хочется сразу намазать на ручку. Да, такое, знаете, плотно. Ой, оно правда как масло. Оно даже, смотри, почти не наносится на палец. Я вот так вот его делаю, вот. Оно остается. Оно очень такое плотненькое, маслянистое. Мне кажется, очень... Очень круто. Ой, а запах невероятный. Амор. Ароматик. She better person fruits. А, вот фрукт еще. Не помню, как он называется. Короче, вот такое подарили мне. Моя Любочка. И вот это что у нас такое? Это ароматный солевой пилинг для тела. Ай, ну вот он здесь, жидкость чуть-чуть, да, наверху. Солевой. Я вот не хочу просто сейчас замораться вся. Ну ладно, я это сделаю. Я это сделаю. Странно, что он протекает, потому что он запечатанный весь. Ну, в общем, не буду его открывать, потому что здесь надо будет его перемешивать. Вон, он там плавает. В общем, вот это такое вот я привезла. Еще, конечно же, вообще очень актуально, потому что мы как раз-таки простыли, заболели. Вот такой вот мед. Мед тоже оттуда, тоже здесь написано на израильском. Тимьяновый мед. Оказался очень-очень вкусный, правда. Запах и свежий. Ну, в общем, я вообще лечусь теперь. Лечимся медом. Мед это классно. И вот такое вот мыло. Из чего оно, я не знаю. Ну, видимо, ну, у нее дома тоже такое было мыло. Оно зелененькое. Но я мылом не пользуюсь особо, поэтому я его подарю, знаю кому, знаю, кто пользуется. Так что, ну, Люба тоже знает этого человека, я думаю, что она будет не против, чтобы кусочек из Израиля оказался у этой дамы. Дальше, чем я сама себя побаловала, это вообще зашла, мы вообще ходили по магазинам и...
Конечно, если я ничего практически не покупала. Один раз мы зашли в магазин, и нам малые дали более-менее выбрать что-то. Я купила себе вот такой вот топик. Ну, вы уже видели его в видео, мне очень нравится. Ну, топики я люблю, да, беленький, никак не, как раз не могла найти. И вот нашла, cool написано. Stay, stay cool. Это мы были в Тиранова. И вот такие вот штаники. Они очень классные, они облегают, они недорого стоят. Я их купила так, чтобы по дому ходить, да. Единственное, что они немножко спадают, их надо... Прям как следует натянуть до ушей, чтобы они не спадали. Но они очень классно делают фигурку. Прикольные такие. Сочетание вместе, они замечательные. А малому я зашла в H&M, мне советовали же носочки купить. Но вы знаете, я их постирала. Ну вот с первого раза прям катышек нет, но мне кажется, что они тоже будут портиться, эти носочки. Мне, кстати, говорили, там с женщиной какой-то поболтала, она говорит, что да, раньше были более качественные, сейчас все, говорит, вообще носков не найти. Вот такие с пупырышками. Я купила беленькие, серенькие, еще там была целая пачка в подарок. Там 3, 2+1. И там же мне понравилась, кстати, одежда. Я купила ему такие джинсики. Наконец-таки я так хотела ему джинсики. Чем они классные, что их можно закатить, ну, на вырост. А вот здесь вот затянуть. То есть они нам сейчас хорошо, ну, чуть-чуть подрастем, и тем самым мы вот так вот откатим еще вниз. И тоже будет классно. Вот. Такие. Ну, классные. Он такой стиляняги такой. Они легкие очень. И вот такой пол, естественно, под это все. Синий тоже. Синяя, видите? На стиле. Пацан у меня на стиле. Еще вот такая вот пришла коробочка. А, еще мне моя Любочка подарила джинсы офигенские, которые она покупала тоже в Израиле. Но я их забыла и теперь жду, пока мне она вышлет их. Они классные, покажу вам потом. Вот такая пришла коробочка Fashion Beauty Box. Давайте посмотрим, что в ней лежит. А в ней лежит. Первое. Это чистая линия, вот такой вот. И рис, и 5 эфирных масел. Гель для душа. Давайте понюхаем. Прекрасный запах. Теперь аромат будет по квартире у меня. Дальше. А, вот, кстати, удивительно, да? Бьюти и арахис жареный. Арахис жареный. Вот еду. Мне в прошлой коробочке тоже еду там клали. Там кофе растворимый для похудения, там всякие какао. Давайте попробуем что-то. Ой, давайте в конце попробуем, а то я сейчас буду есть. О, мед! Мед. Они как будто знали, что я болею. И все вот, Любашка мед подарила, тут мед, но засахаренный такой. А, аптекарский мед с солодкой написано. О, надо попробовать. Это тоже мы попробуем с жареным арахисом. В конце видео. Вот такой вот бальзам. Кстати, кто пользуется лесным бальзамом? 10 в 1. Убивает микробы и так далее. Ну, знаете, такое, полоскал ротик и все. Классно. Дальше. Dolce Vita. Faberlic. Мой любимый Faberlic. По стилю мне подходит, да? Это у нас что? В общем, крем для рук, питание, смягчение. Масло макадамия, витамин Е. Вот. Давайте сразу. Тестанем его. Тестанем. А, нет, он закрытый. Не тестанем. Я просто не пользуюсь кремом для рук, поэтому я его кому-нибудь подарю. Все, видите, сколько всего? У меня все мои друзья без подарков не останутся. Дальше, смотрите, BB-крем 11 в 1. Beauty Balms для волос. 11 эффектов питания. В общем, вот в такой вот находится он штуке. Кто пробовал, расскажите. Безупречно красивые волосы, ощутимая мягкость. Для всех типов волос. Пахнет приятно. О, будем. Для волос вообще я люблю. У меня есть постоянный мой уход, который я люблю, да, то есть я могу посоветовать, сказать, это best the best. Ну, я выкладываю и в Инстаграме, и везде такие видосы. Но я люблю еще экспериментировать, то есть если что-то для волос, я никогда не откажусь. Дальше здесь куча пробничков вот таких. Вот что это у нас? Nov Age. Это у нас Oriflame. Кремушек, да, для кремушек. Вот такие салфеточки Dry. Две салфетки, как я поняла, эти две салфетки, то есть одной воспользуешься на один день, и у кого обильное потоотделение, на второй день второй. И для максимального эффекта этих двух салфеток надолго избавит вас от пота. И я вот эти салфетки разыгрываю сейчас в Инстаграме для двух людей. Ну, там конкурс длится 3 дня, всего лишь нужно отметить пару человек, кому это может быть интересно, да, чтобы они поучаствовали. И легко в конвертик положила, отправила, это быстро, понимаете, и может участвовать вся Россия. Поэтому я вот такие маленькие конкурсы всегда делаю. А то некоторые спрашивают, ой, что, только салфетки? Да, только салфетки. Посмотрите, я частенько делаю в Инстаграме конкурсы. То салфетку, то какой-нибудь браслетик, то еще что-нибудь. Почему нет? Тем более, это же не так, что вы пробник попробовали, и все, это надолго, как бы...
Попробовал, и все, и там неделю, я не знаю, может быть, две, а может быть, и месяц, я не помню, вот эти драй-драй, насколько эффект держится. По-моему, это хороший подарок, и два победителя. У меня в одной коробке две такие, и в другой коробке две такие. Я отправлю. Это, по-моему, очень мило. Я всегда думаю о вас, как только что-то появляется. Два вот таких, кстати, пробника. Дальше. Глиняная маска, глубокое очищение. Нони Кер. Нони Кер. Нанести ровным слоем на лицо на 20 минут. Масочки тоже люблю. У меня их тысячи вообще просто. Тысячи этих масочек. Я их не успеваю. Даже если бы я все делала, я бы, наверное, омолодилась еще куда-то назад. А, кстати, смотрите, бальзам омолаживающий. Вот это тоже люблю. Все, что связано с омоложением, я обожаю. Это вот Мира. Мира. Кстати, в прошлый раз Мира, это был у меня солнцезащитный на 30, да? А здесь у нас уже омоложение. Анти-эйдж балм. Бальзам омолаживающий повышает упругость, эластичность кожи, обеспечивает лифтинг-эффект, моделирует контур лица, активизирует регенерацию. Ну, в общем, наносит на чистую кожу. Классно, супер. Вот сегодня и нанесу. Что еще у нас тут? Что еще? Всякие буклетики. А, это вот рассказывается, оно не care. И, как всегда, масочка, зеленый чай. В прошлый раз я делала масочку. Я, кстати, все равно умылась тогда и нанесла крем еще, потому что, ну, дискомфорт какой-то был на лице, то, что что-то как будто лишнее не смылось. Вот, для лица и для шеи. Кстати, скажите мне, девчонки, а вот когда вы делаете лицо, шею делаете? Я делаю всегда шею, это обязательно, потому что, мне кажется, представляете, лицо красивое, а шея, она же такая тоненькая, по ней все видно, по шее и по рукам вообще, за ними нужен уход особый. По ним видно, когда человек стареет, ну, как бы стареет, да, то есть мы можем везде все делать, но шея и руки могут нас выдать, поэтому тоже нужно делать уход. Маска коллагеновая с экстрактом зеленого чая и мяты. Пытаюсь успеть, потому что батарейка красным светится. Вот, я, что я хотела? А, я хотела попробовать семечки, скорее. Ой, сенечка, блин, арахис жареный. Написано сенечка, да? Вот я человек, который взглянул быстро, и победитель, контрольная закупка, кстати, вот здесь написано. Типа он офигенский должен быть. Самый лучший. Ну, вкусно. Ну, вкусно, чё? А чем я буду пробовать? Мед. Запах такой интересный. Он засахаренный немного внизу, а сверху такой. Ну, вкусненький. Солодки не чувствуется, потому что я помню, что я сироп из солодки раньше, когда болела, я солодку пила, ну, от кашля, и я знаю ее вкус. Просто аптекарский мед, ну, вкусный мед. Классно. Вот сколько всего у меня теперь. Вот такая вот Fashion Beauty Box. Я оставлю ссылку на нее внизу. Интересно. Вообще эти коробочки я люблю. Очень интересно. Я уже говорила вам. Спросите. Арахис, правда, вкусно. Очень люблю, потому что я люблю сюрпризы. А коробочка это всегда, ты не знаешь, что тебе придет. Полезно, не полезно. Но, во всяком случае, выбор большой. И что-нибудь полезненькое всегда придет. Из всего этого многообразия. Все, мои хорошие, участвуйте в конкурсе. Ждите новых конкурсов. Я уже готовлю для вас некоторые. Все будет замечательно и хорошо. Я вас люблю. Целую. Параллельно еще снимаю для вас влог. И все. В общем, побежала монтировать. Батарейка садится. Я еще, кстати, никак не могу прийти. Ладно, я это во влоге скажу. Все, пока, целую, люблю вас. Увидимся. Это трек, детка. Только спешл фою. Ты думала, я читаю, но я еще и пою. И вроде все хорошо, но словно на краю. У меня вопрос, утону или поплыву. Эта песня знаю, только для меня. Ты полетишь выше звезд. Верю я.